Взять Б? Можем прошмыгнуть. На маяк. По фану, да. Вряд ли они нас здесь ждут. Но если ждут, то уж. Миссию закончим. Ох ты, смотри, че. Убил, сбил, мой американца сбил. Ой, лох. Стоять? Назад, дай, назад, назад. Хорош. Я задавил американца. Он не ожидал этого. Поехали. Там лежит трупик? А я не вижу. Трупика не вижу. Куда, за маяк или куда? Легко? Да не, может тут развернуться. Так, хорош. Там есть афроамериканский дом какой-то, ходябельный, на центре в площади. Может там кто-то сидит? А он кто-то в разрушенной церкви там. С той стороны был, с южной, что ли, получается. Чё, пошмыгнем? Юго-западной. Ну это если вот сейчас вот дорога на юго-западе, на 240. Если вот через нее, можно вообще вон, давай напрямки на запад. Ой, гони, 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 гони. Близко где-то, кстати, я же выстрелился. А, да, я тоже слышал. Походу мы остались. Подъезду не осталось. Гони, 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 гони. Да гони, вон трупик наш лежит. Морду в землю. Как раз по Раша по центру. Поедем здесь? Да, давай здесь. Ай, блин. Этот загораживает, в город смотреть. Фонарь. Хорош? Был кто-то? Не-е-е! Слушай, а если вот смотри, он сейчас к нам бежит? А если мы сейчас выкатимся на то же самое место, откуда мы уехали? Будет интересно. Со спины будет, получается. Мы ему в спину будем. Как ты думаешь? Давай туда вернемся. Можно в объезд немножко на 40-50 вот так вот проехать. Прям к фонарю подъезжай. Ну он в низине. О, ух ты. Пистолетом. Камни заглянем. Может там камня сидит впереди у нас. Давай с камней постреляем. Как тебя шатает. Нормально ли фонарь мешает? Пока, погоди, я осматриваю местность. Вроде ничего, нормально пока. С пистолета уже отчаяние. Есть немножко, фонарь мешает, чуть влево повернуть. Во-во-во-во-во, хорош, хорош. Хорошо, запеленговал одного чувака, который бегает. Второго вот. Убил? Нет, чуть-чуть еще влево повернись. Еще? Да, не, все хорошо. Через город будем проезжать? Зачем там двоих? Ну вот. Нам не страшно. Он у нас зеленый. Нам. ГПшка уже по нам попала. С пулемета долбили сколько вообще? Пистолета. Да.
Ну что? Молчат пока? Да они не будут вылезать, мне уже нечего. А не, вон один бежит. Что у нас по боезапасу? 3 коробки из 8. Угу. Ну вот мы еще можем еще много чего. Церковь заедем, почистим. Давай по этому же хребту, только, ну, короче, в сторону маяка. Разворачивайся и вот по склончику прям вдоль. А вот так остановись. Неужели у них РПГ закончен? Сдай куда-нибудь вперед или назад, пофиг куда. Еще. Хорош? За красным домом прячется. Может, на объект? Походу поднялся, что ли? Да он в дом зайти мог. Мы сейчас можем заехать вот этот кирпичный забор с оградкой. Мы его повалим, и вход будет как раз палиться будет. Можем сделать так. Давай, поехали. Так, скажешь, когда становится. Слева, за пристройкой красному. Я не вижу. А, вот здесь вот что ли? Стой! Да. Есть? Стой. У меня перезарядка. Уходи. Стоп. Чуть вперед подай, вперед. Ты можешь уезжать, они своего помвальнули. Поехали отсюда. Нам колесо выпало. И пофигу, как-нибудь. Газа не могу, не все застрял. Колесо только выбило. Мы тут как креп. Ничего не делают они нам. Ты живой же? Да, живой пока. Откуда стрелять, не пойму. Да, без пофигу, ничего не делает. Ты заглуши машину. Они его убили, да? Они его сами убили, да. Слева, борта, лево. Это на 330, на 340. Бег. Засранец. Сзади где-то. Сдай назад. Здесь. Давай, глуши его. Давить? Да, ты впередом едешь? Я задом еду. Хорошо. Попробуй передом. Попробуй в сторону. А, забор. Он в доме, по-моему, в кирпичном. Нет, он здесь ползает.
машин выгорел. Он вокруг нас бегает. Вот, слева, слева, слева. А вот он под нами. Под нами прям с запада. Во-во-во-во-во! Засранец. Попробуй выскочить отсюда как-нибудь, просто куда-нибудь. Я сейчас место расчищу. Ой. Ой, что это происходит? Может, очень удачно, кстати, стал. Ой, ладно. Да. Что ты не сказал? Я сам вылез.